Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте его личное послание вам, послание от вашего мужчины. Итак, его личное послание. Ой, девочки, переживает он. Переживает, но не могу сказать. Вы знаете, четверка мечей, это вот когда были сильные прям переживания, а потом человек как бы успокоился, как бы принял уже ситуацию. Поэтому переживания были, но он уже немножко успокоился и мечтает о встрече с вами. Если вы загадали мужчину, с которым вы в паре, то были у него какие-то переживания, волнения, возможно, он был не готов к серьезным отношениям, а теперь, видимо, хочет сделать вам предложение. Ну и окончательное решение, девочки, он еще не принял. Хочет сделать вам предложение, хочет встречи, то есть зависит от того, все-таки в паре, насколько вы долго. То есть хочет, серьезные планы у него также есть. И очень хочет встречи с вами. Если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, то мужчина очень-очень хочет, конечно же, встречи и примирения, хочет восстановления отношений, хочет любви. Так что все будет замечательно.